зрители. Вот такая у нас сегодня погодка в Англии. На днях было 18 градусов. Я даже позагорать чуть-чуть успела. Личико так это подкоптило. А сегодня сижу дома и смотрю-ка в календарь. Оказывается, пролетел месяц после того, как я опубликовала видеорецепт, в котором устроила для вас викторину. Спасибо тем, кто участвовал в ней. Это очень приятно. А еще приятнее вручать призы. И сейчас вместе с вами я хочу его разыграть. Сядем за ноутбук и сделаем это вместе. Это видеорецепт, где я показывала вам, как можно испечь свой домашний ржаной хлеб. Мы копируем ссылочку с этого видео и вставляю в программу, которая нам и определит победителя. Напомню, что условием было написать в комментариях пословицу или поговорку про хлеб, нажимая кнопку. Кому же повезет? Конечно, были еще комментарии не только про хлеб, и, возможно, да. Так я и думала. Надо будет нам несколько раз пообновлять, потому что кто-то просто комментировал, а кто-то участвовал. Наталья Фишева. Гречневая каша, матушка наша, хлебец ржаной, отец наш родной. Наталья, я вас поздравляю от всей души. Классно, рада за вас. Я рада за себя, потому что могу сделать кому-то что-то маленькое, приятное. Мне не терпится скорее отправить вам маленький презент, поэтому напишите мне где-то в личном сообщении, в соцсети или здесь на YouTube ваш адрес, чтобы я могла его вам выслать. Скорее побежала монтировать видео, а опубликую, чтобы обрадовать вас. На этом всем улыбок, добра и тепла. Пока-пока, увидимся!